Выходя из дома, выходить в интернет. В Иванове реализуется пилотный проект по обеспечению жителей и гостей города интернетом. В областном центре появились точки бесплатного Wi-Fi доступа. Уже сегодня подключиться можно в сквере у памятника Якову Горелину, в литературном сквере и на площади Пушкина у фонтана. Теперь все желающие могут свободно пользоваться здесь скоростным мобильным интернетом. Правда, пока есть ограничения пропускной способности. При первом подключении к сети необходимо авторизоваться, выбрав защищенную сеть «Иваново Free».